Обучать будущих инженеров со школьной скамьи. Такой целью задались в Мирнинском политехническом колледже. Там уже третий год действует проект «Инженерный класс». Заказчик – компания «Алроса». Со школьниками занимаются приглашенные учителя и преподаватели центральных вузов. Для этого разработали отдельную образовательную программу. Многие ребята уже выступают со своими проектами на различных конференциях. С будущими инженерами встретилась Иванна Филиппова. Нанотехнологии – это не только крошечные роботы, которые могут или не могут завоевать мир, но это, по сути, огромный шаг в науке. Итак, цель нашего исследования – плоидные системы. Эти ребята углубленно изучают физику, математику, информатику. С ними занимаются лучшие учителя и научные сотрудники ведущих технических вузов. Многие занимаются проектно-исследовательской деятельностью, участвуют в работе научно-практической конференции. Мы в прошлом году открыли инженерный класс на базе политехнического лицея. Дети туда шли, но по отборочному принципу. И вот программа, по которой они сейчас занимаются, она очень интересная. Развитие навыков, необходимых для будущей специализации, знакомство с инженерными профессиями – вот основные цели и задачи данного проекта. Программа реализуется на основе трехстороннего взаимодействия – школа, вуз, предприятие. Мы стараемся как можно больше времени посвятить тому, чтобы познакомить их со спектром вообще специальностей в компании «Алроса». Для этого у нас есть возможности. Мы организуем для них экскурсии в подразделения компании. Мы знакомим их со специалистами. Умение анализировать и отстаивать свою точку зрения. На уроке алгебры ребята учатся не только решать сложные уравнения и задачи, но и убедительно представлять свой проект решения. У нас есть сборники задач под редакцией Сканави. Ну, вообще, это хороший сборник для подготовки учащихся к техническим вузам. То на сегодня для детей эти задачи уже не кажутся сложными по сравнению с тем уровнем, который мы решаем по заданию, например, Баумановского университета. Поэтому, конечно, уровень совсем другой. В рамках проекта компания «Алроса» закупила высокотехнологичное оборудование для кабинета физики. Они успешно используются для проектно-исследовательской деятельности. У многих учеников уже есть четкое представление о дальнейшей профессиональной деятельности. Иванна Филиппова, Роман Ларин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».